Всем привет! И я сейчас снимаю на свой канал. Как я уже давно уже не снимала на мой канал, уже 6 сентября. Вот, и сейчас у меня появилось время, чтобы поснимать для моих любимых подписчиков. И сейчас я буду вам рассказывать про свою комнату и про свои, то, что нам сегодня принесли, постель, про свои кровати. И сейчас за кадрами находится братик. Привет! Вот, и мы скоро, когда он пойдет в первый класс, мы надеемся, то, что ему подарят телефон. Вот, и у меня еще медаль есть. Даська. Вот, и когда у него появится телефон, мы попробуем создать на его телефон на YouTube-канал. Получается, создам я его канал, получается. И сейчас мы начнем обзор моей комнаты. А сейчас у меня вот такая вот постель, видите, новая. Тут вот такая вот подушка, получается, с сердечками. Потом вот такая вот наволочка, получается, и наволочка на одеяло, вот. Потом, а еще есть для моего братика, у него есть Человек-паука, как же он любит. Вот, получается, у него вот такая вот подушка с Человеком-пауком. Вот, получается. Еще у меня стены здесь. Вот, у него тут типа как стен. Человек-паук, да, вот. И мы, так. Получается, тут наша комната. Вот. Там, получается, с этой стороны, где компьютер стоит. Вот, получается, с моей стороны, где я поставила. А он справа мой стол. Да, это его стол вот там вот. А вот это мой. Вот. И вот тут у нас есть доска, тут чтобы играть, получается, тут моя косметика, всякое такое. Вот, а здесь игрушки, получается. Вот, и тут получается, ну, мой стол. И вот на следующий, ребята, на следующее видео Анжела будет снимать, как она будет делать слайм. Да, я попробую снять видео, но это будет еще не скоро, вы будете пока что ждать, пока у меня будет видео. И я хочу вам сказать, чтобы вы наконец-то набили хотя бы мне 15 подписчиков и набрали максимум 5-7 лайков, чтобы хотя бы развить мой канал, потому что я пока что начинающий блогер. Сейчас найдите, какой он шкаф. Да. Вот такой. Потому что я еще пока что начинающий блогер. И вот, и получается, я пока что не снимаю прям такие ролики, потому что у меня сейчас нету времени. Потому что так я занимаюсь танцами, и у меня очень много вот этих уроков. И вот сейчас у меня появилось время. Я постараюсь снимать на всех каникулах, и у меня, наверное, завтра выйдет новое видео, как я поздравляю мою тетю, потому что у нее сегодня день рождения, а завтра мы ее пойдем поздравлять. У нас завтра не учебный день, завтра я выступаю в ГДК. Приходите, я вас там всех жду. В ГДК это находится в Уфе, на проспект Октября и 139, если не ошибаюсь. И получается, у нас там будет русская песня, и мы там тоже выступаем, получается. Вот. А тут что-то хочет сказать Марселька. Я так музыкой занимаюсь. Да, вот у нас тут пианино стоит. И он очень любит играть, мне кажется. Вот. Он у нас тут акробатикой занимается, видите? Перескакивает на стены, зачем-то я не понимаю, для чего это. В общем, на этом видео я, наверное, скажу вам всем пока. А вас спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте 1300 миллиардов лайков. Да. Всем пока-пока. Я вас всех люблю.